Точка 108Б. Плоская световая волна с длиной волны, равной 0,6 микрометров, падает нормально на достаточно большую стеклянную пластинку, на противоположной стороне которой сделана круглая выемка. Для точки наблюдения П она представляет собой первые полторы зоны Френнеля. Найти глубину H выемки, при которой интенсивность света в точке П будет минимальной. Зарисуем зону Френеля. Френеля. Нарисуем амплитуду. Тогда сигма у нас будет равна 2π на дельта на лямбда, где дельта равна h n минус 1. Интенсивность, она интенсивность минимальная. Если амплитуда 1,5, будет противоположно правильно амплитуде остаток. Нарисуем. Угол пи на 4. Это сильный у нас. Сигма будет равна 7π на 4 плюс 2πk, где k равно 0, 1, 2 и так далее. Сигма равно 2πa n минус 1 на лямбда. Так, h равно лямбда на n минус 1 на k плюс 7/8. Теперь найдем лямбда на n минус 1. Лямбда на n минус 1. Вставляем исходные данные. Получается 0,2 микрометра. Тогда h у нас будет равно 1,2 k плюс 7/8 микрометров, где k равно 0, 1, 2 и так далее. Все.